прилёгкие красивые, выпускаются вот кратер, видишь, с кусочками ферритом в центре. Вот, но это не самые красивые белки. Такой вот самый последний, такой, тоже кусочек лежит. Да. Там монеты все. И вот смотри, с этим, с молдавитом, вообще красавец. Прямо серия монет, представляешь, вообще классно. Так вот молдавит сам. Ручки другие возьму. А вообще вот Кума, есть подозрение, вот там есть несколько озер. Ну, вот, и знаешь, вот в карту смотришь, это как будто... Как кратер. Ну, кратер это не это самый лучший вариант. Серия. Как будто не... Друг за другом. Да. Это, скорее всего, либо жила, как ты понимаешь, какая-то, которая тоже их заставила. Может, речка там, ну старая русская, там, что такое может быть. А кратеров-то не так много, которые, они, как правило, единичные, большой, что-то упадет и все. Многие считают, что надо по кратерам искать, а на самом деле нифига. Да, штук 5, да, вот так вот, да, друг за другом. Да. Кубинский последний, ну, один из последних. А сейчас уже еще на одном острове, как же это не забыл. Этот он Челябинск один в один, видишь, его еще до конца не зарегистрировали, или нет. Угу, но я думаю, что тоже R6, R5, чего-то такого получится. Такого же типа. Сихота, линия. Это вот этот интересный. Вот, да? Смотри, как он. Внешне. А этот, видишь, он как, ну вот, вот тут следы плавления, вот очень характерные. Угу. А тут еще бы немножко он пролетел, и дырка бы образовалась внутри. А с дырками они очень интересные. Вот видишь, веревочки, дырки пробиты. Ага. Это природная дырка прямо внутри. Они отдельных денег стоят. Каханский наш кусочек тоже я купил прямо. Вот так и есть. Пермская область. Так и есть. Кажется, а это без коры вон. Кора вот на том немножко есть. А это он внутри просто такой. А как его течить метеорит? Хондры, потом анализ. Присутствие никеля обязательно. Нет, поле анализ. А в земных породах нет, только дома уже. Так только по внешним признакам берешь и собираешь. Такие-то, нет, как быть. Ездят по пустыням? Вот что-то есть похожее. Во-первых, магнитные, во-вторых, кора плавления черная. Угу. Собирают практически все камни, которые вот эти два свойства. Дальше уже дома анализируют. А есть какие-то места падения, где можно уже уверенно говорить, что лимония на устье, вот железо чувствуется. Ну, конечно, что видео семчан. Вообще отбиваются хорошо они в один из способов? Ну, вот копали на 4 метрах яму, нашли одну уже, там вот сектор. А, лоскать бы сейчас было. Да. Ну, вот книжки интересные, это вот Аризонский кратер, конечно, фотки. Тоже мы туда ездим, там экскурсии, пожалуйста. Каньон Яблоко, падение, это тут есть. Вот это вот энциклопедия французских метеоритов. Тоже тут. А там на веса не надо смотреть. Там я с каждой вроде бы взвешивал каждый, нет? Слушай, ну я через 5 минут еду. Thank you.
по поводу, да, смотрите, перепутали. Сейчас, я говорю, какой-то упал последний, вот Майкл уехал. Еще куда-то упал. Есть, есть уже. Надо только я забыл. Страна-то 53-й штат США. То есть Америка? А, они, нет, знаешь, это острова какие-то. Я говорю, надо посмотреть. Не обогнул, к сожалению. Ниссан такой. Какая-то ситуация, блин. Я, к сожалению, вот выпал и все, говорю, надо это. А там улистый хондрит упал. Интересно. Да. Вот, кстати, Фаргер, кстати, вот он. Да. Так это он. Ну, то есть хоть что-то необычное или просто. Сейчас я его посмотрю, эти публикации. А он все время чуть где-то новое падение, он уже там. В Челябинск пролетал с ребятами, москвичи, это самое. Такой прям увлеченный энтузиаст. Вообще счастливый. Так, смотрим, в Китае. Это вообще не то, да? Эквадор там. Блин, я сейчас посмотрю. А я думал, в этот. В США какие-то. Да. Слушай, да, пожалуйста, по уровню жизни это вспоминает. Ну, повыше, чем вот в Венесуэле, конечно. Потому что говорят, что 90% проституток в Коста-Рике, да, венесуэльская женщина. Слушай, точно он здесь. Какое-то островное государство просто по названию похоже. Они тоже остров, как-то они называются, островные там эти территории. Гулаг. Я все говорю, я не видел так. А он, кстати, есть? Целая куча, вот все человек. Да, вот просто. Вот кубинский свежак, так он тоже похож на него. Челябинский ориентир. Вот эти челябинские два, да? Нет, нет, это вся витрина Челябинска. Это вся витрина? Да, да. Даже монета где-то у нее челябинская, метеорит, но не видно ее. Чего даже не осталось. Скопление пустыня. Извините. Если его он прижать, то будет.